Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самайоктам Бинда Ванам Манохарам Ванчакалпатару Вашакепасинду Бевача Патитананг Павуни Бхавишна Бибхио Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангун Лангхайтигирим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадамам Бриндавай Тусиде Бхайпиявай Кесавасача Снабхакти праде деви саттваттвай намо намаха Муканкароти вачаланг пангунланг хайдигрим Ятки патамаханг банди парамананда мадва Бриндавай Тусиде Бхайпиявай Кесавасача Снабхакти праде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девинг сварасватинг вясам тато жайо мудирай Шанкиртане кишна катопадеши Гаурия патрашо пракасане ча Саданурахта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагод барана Дейям сада паривабхагнам авиштадохам Тетхаспадам сивавиранчанутам сараньям Бхитаттвихам панутапалбхавадипутам Банде махапурусате чарунаравиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Биспуруджитагмапикупавадушвадарши Пурнану рагара сусагара сару мурти сарадхикамай кадакитам караши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддхайта Вададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддхайта Вададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu, Sankirtanai kapitaru kamala yutakshu. Бишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат прия кару каруна аватару Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Буктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калабам Гаури нирантара вивиши тавам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Бараноси пурапати бхажави шанатам Баги саджусва бадане Лакшмир жасча чабакшаси Ясьясте хидае самбхи Твам нишингамахам бхаже Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Рама Рама Хари. Ма куру дхано жано жовано гарвам харати нимешад кало сарвам мая мая мидам акхилам хитва брахма падам провишавидитва ма куру дхано жано жовано гарвам Харати нимешад кало сарвам, мая мая мидам акхилам хитва, брахма падам провишавидитва. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, что даже если потрачу тонны, литры крови, нет никакой уверенности, что я смогу изменить умонастроение дживатмы. Потому что дживатма обладает свободой выбора. Нет совершенно никакой гарантии, что я смогу освободить обусловленную душу. Она находится в таком плачевном состоянии, она не готова никого слушаться, потому что Господь наделил ее правом свободы выбора. Мы, будучи преданными Гаудия Матха, всегда должны быть готовы потратить, отдать литры крови ради освобождения обусловленных душ. Они могут не слушать нас. Может быть, сыщется всего лишь одна джива, которая будет готова принять то, что мы говорим. Тем не менее, мы должны прикладывать свои усилия. Невзирая на то, что большинство людей не готовы принять эту абсолютную сиддханту. Они не готовы слушать о вечном мире, о трансцендентном мире. Тем не менее, мы должны исполнять свои обязанности, потому что это сева, эту севу дал нам сам Бхагаван. Эти дживы могут, то есть люди, обусловленные люди, могут оскорблять нас, не слушать нас. Тем не менее, мы должны продолжать говорить об абсолютной истине. Таковы наши обязанности. В прошлый раз я говорил, что до тех пор, пока джива не разовьет любовь к Бхагавану, к Дхаме, к Наму, Навадвипа-дхама не отлична от Вриндавана. Навадвипа-дхама и есть Браджа-дхам. Так же, как и Вриндаван является Браджа-дхамой. В этом совершенство преданных, ситхи преданных, они видят единство между Гаура-дхамой и Вриндавана-дхамой. Если преданный этого не видит, значит, его видение несовершенно, неправильно. Вы знаете, почему Брадж называется Браджем? Мы и Вриндаван, и Навадвипа-дхаму называем Браджем. У него есть особое значение. Браджа – бро плюс джа. Брама. То есть это с бенгали и санскрита в переводе. Бра означает брама. А джа – это... Джанма, рождение.
Таким образом, это слово значит то самое место, где Ананта Брахмананатх Шри Кришна, Верховная Личность Бога, принял рождение в Браджадхаме. То есть речь идет о Парабрахме, о Шри Кришне. И он принял рождение, джанма, здесь, во Врадже. Также пандиты объясняют слово «брадж» производным от «враджанатх». «Враджанатх» означает «бесконечный». Браджанатх — это то, что расширяется до бесконечности. И по желанию уменьшается до крошечных размеров. Итак, Навадвипа не отлично от Браджа, от Враджадхамы. Наш Адигура, изначальный гуру, Шанкар Бхагаван, говорит Парвати, своей жене. Рада Говинда, тех, кого ты знаешь как Раду Говинду, объединились и не зашли в этот мир как Гауранга. И Дхама, которую ты знаешь как Вриндавана Дхама, здесь не что иное, как Навадвипа. Здесь, в Навадвипе, личные спутники Гауранги Махапрабху — те же самые Браджаваси. Лалита, Вишакха, также пришли сюда, в Навадвипадхаму. Они лишь приняли другую форму, но это те же самые Браджаваси. Мы должны научиться у Браджаваси, какой любовью и привязанностью необходимо обладать к Бхагавану. Когда Гауранга Махапрабху покинул Навадвипадхаму, если бы вы увидели, как выглядел в этот момент, в это время Навадвипадхама, вы бы были поражены. Точно так же, как когда Вриндаван покинул Кришна, отправившись в Матхуру. Браджаваси рыдали, они не могли вынести разлуки. Преданные не могли вынести даже секунды разлуки с Гаурангой. Они каждый год, собравшись вместе, шли встретиться с Гаурангой Пурушоттама Дхаму, Нилачала Кшетру. На очень огромное расстояние родители брали своих детей, несли их на руках, преодолевая препятствия, чтобы встретиться с Гаурангой. Вы знаете, сколько времени необходимо, чтобы дойти из Навадвипа до Пури? То есть это долгое время. 6 месяцев они, 4 или 6 месяцев в Чатурмасию, они проводили в Пурушоттама Дхаме. Затем они возвращались. Так вот, сколько же у них времени оставалось на семейную жизнь?
сколько месяцев занимает, чтобы дойти с Навадвипы до Пурушоттама Дхамы? Более 600 километров расстояние составляет. Около 700 километров. Старые женщины, старики, женщины, дети. То есть шли большой толпой. Соответственно, скорость их была невелика. Так вот, представьте, если идти в час, в день по 10 километров, сколько дней необходимо затратить, чтобы добраться до Пури? Так вот, подумайте, сколько времени оставалось на их семейную жизнь. Это и была их вот эта... Когда они возвращались на Навадвипу, они день и ночь взывали Гауранги, плача по нему. Они не думали ни о деньгах, ни о славе, ни о почете. Шлока, с которой я начал, говорит о том, что не нужно плакать ни по деньгам, ни по положению в обществе. Они придут и уйдут. Кто знает, возможно, в прошлой жизни я был нищий. Что будет в будущем, мы тоже не имеем никакой уверенности. Мы просто пожинаем плоды своей кармы. Итак, мы должны научиться у спутников Махапрабху любви, которой они обладали к нему. Нам сложно понять Вишакху и Лалиту, тем не менее, потому что это было слишком давно, но тем не менее, спутники Гауранги и Махапрабху пришли сюда всего 500 лет назад. Соответственно, нам проще понять их. Наш Гаудия Баджан всегда должен совершаться под руководством Гуру Варги. И в целом мы, то есть мы следуем Гауранге. Мы можем поклоняться Раде Говинде. Тем не менее, все это поклонение необходимо исполнять под руководством Гауранги. Не отдельно. Такова особенность Гаудия Баджана. Все, что бы мы ни делали, все служение, вся сиддханта должны быть под руководством Гауранги. А Вишна Чакравати Такур даже пишет, что Аштакалия Лила, то есть сутки, разделенные на 8 частей, Вишна Чакравати Такур говорит, что преданные высшего класса, если они достигли такого уровня, когда они могут памятовать о лилах Рады Говинды, они должны делать это под руководством Гоуры Лилы. Не просто даже Гауранги, а Гауранга Лилы. Потому что лилы, которые являл ежедневно Гауранга Махапрабху, сопоставляются с лилами Рады Говинды. Гададхар, Шривас, вечные спутники Гауранги знали, почему он являет то или иное настроение. Они понимали, почему Махапрабху сейчас плачет, что происходит. Каждый день постоянно эмоции и чувства Махапрабху сменялись, потому что он наблюдал за тем, что происходит в лилах Радхи и Говинды, и то есть эти чувства и эмоции отображались на нем. Настоящие гаудии все очень, все эти чувства Господа очень тонко понимают. Они знали, почему. Они знают, почему Махапрабху в 4 утра закричал. Потому что в это время происходит Нишанта Лила Рады Говинды. Почему Махапрабху в течение дня ведет себя так или иначе? Бхактивинода Такур
сопоставил Шикшаштакам с лилами Махапрабху, с лилами Радхи Кришны. То есть, что есть первая лила, что есть вторая лила, Нишанта лила. В Бхаджана Рахасе Бхактина Такур все это сопоставил и описал. В связи с этим возникает вопрос. Мы не можем совершать баджан, не следуя Гуру Варге. Рупануга преданным. Большинство из представителей нашей Гуру Варги являются рупануга преданными. Если они являются рупанугами, у них есть одна сварупа в Гора-лиле и одна сварупа в лилах Радхи Кришны, как в случае Шрилы Прабхупады. Что значит паршат? То есть, как Наротам Дас Такур, он является вечным спутником Гауранги, несмотря на то, что он никогда с ним не встречался. Поэтому относительно лил совершенно не важно, кто когда явился. Личный спутник Махапрабху — тот, кто исполняет желание его сердца. Итак, Прабхупад, несомненно, является паршадом, спутником Гауранги. А во Вриндавана лиле он Наяна Мани Манджари. Таким образом, Бхактивинода Такур также является Гора Паршадом. И Гора Кишардас Бабджа Махарадж сказал, что как однажды мама Прабхупады приехала в Навадвипу, чтобы получить даршан дхамы и получить даршан Гуру Кишардас Бабджа Махараджа. Гуру Кишардас Бабджа Махарадж спросил, зачем ты приехала в Навадвипу? А чтобы получить даршан саду. Ты что, не знаешь, сказал Гуру Кишардас Бабджа Махарадж, у тебя дома Гора Паршад, то есть личный спутник Махапрабху. А ты приехала сюда, чтобы получить даршан, мой даршан, чтобы увидеть меня. Там личный спутник Господа, а ты приехала сюда. Таким образом, несомненно, каждый из представителей нашей Гуру Варги обладает сварупой в Гора-лилах, является Гора-паршадом. Возможно, он пришел до явления Гауранги или после, это не имеет значения. И вторая сварупа во Вриндаване. Как Наротам Дас Такур, Чампака Манджари в лилах Радхи Кришны, Шримананда Прабху Канака Манджари, Шринивас Ачарья Мани Манджари. Так вот встает вопрос, кому же следовать? Таинство Рагануга Баджан заключается в том, что необходимо следовать преданному, у которого соответствует желание сердца, соответствует вашему. Допустим, вы хотите служить Радхе Говинде, как Манджари. То есть какой-то преданный хочет совершать Рагануга Баджан, и целью его, то есть он хочет пересечь Видимарг, Вайдимарг, и затем обрести влечение, любовь к Бхагавану. Это, конечно же, свидетельствует о том, что он уже пересек границы Вайдимарга и начал Рага Баджан.
В соответствии с, как раз вот тогда в процессе Рагануга Баджана такой преданный начинает чувствовать определенное стремление служить как один из саков или один из сакхи, один из манджари, одна из, как одна из манджари, или служить как мама Ишода или Нанда Баба, как Маду Мангал или какая-либо из манджари. То есть все это внутри вашего сердца. Дерево манго не может, на дерево, на манговом дереве не может расти, не могут расти кокосы. То есть в соответствии с семенем вырастает подобающее соответствующее дерево. Бхагаван Анандамой, Ичхамой. Таким образом, он создал бесчисленное количество джив. Хотя создал не совсем правильное слово. А дживы существуют вечно. Тем не менее, с при помощи своего могущества Кришна создал каждую дживу уникальной. Потому что Кришна хочет наслаждаться различными вкусами, различными расами общения с дживами. Никто не знает, как сейчас мы не понимаем, какое семя заложено во мне. Когда мы по милости гуру пересекем Вайди Марк, мы почувствуем сильное влечение. И как пишет Вишванатха Чакравартти Такур и вся наша гуру Варга, прежде чем мы начнем Рагануга Баджан, или даже после того, как мы начнем его, необходимо заниматься Уттама Бхакти. То есть если шаг за шагом вы поднимаетесь к цели, возвышаетесь, но не обретаете Уттама Бхакти, не совершаете Уттама Бхакти, все бессмысленно. Потому что Уттама Бхакти — это то, что необходимо и на Вайди Марге, и после его. То есть суть в том, что мы и в регулируем бхакти, совершаем Уттама, должны совершать Уттама бхакти, и после того, как уже после того, как мы почувствовали влечение, спонтанное влечение к Кришне, мы тоже должны совершать Уттама бхакти, тем не менее, качества будут несколько отличаться. Мы захотим выражать Кришне нашу любовь особым образом. Как, к примеру, как это делают кто-то определенный из Браджаваси. Позже мы поговорим об этом. Итак, встает вопрос, кому следовать? Можем ли мы следовать Лалите Вишакхе, Чампакалате? So whom to follow? We follow Lalita Vishakha or Rupa Manjari there. Должны ли мы следовать Рупе Манджари или Лаванга Манджари? Или же нужно следовать Рупе Госвами Паду, Санатана Госвами Паду? А Джива Госвами был Виласа Манджари. Кому же следовать и как следовать? Now question is there. If we are at all going to follow Lalita Vishakha, Lalita, Vishakha, Mani Manjari, Guna Manjari, or Rati Manjari. If you are going to follow, but they are not doing Ekadashi anything. К примеру, если мы начнем следовать кому-то из Рупи Манджари, Лалите Вишакхе, они не следуют Экадаши. У них нет гуру, казалось бы, они не принимают гуру, как это делаем мы. Так как же следовать им? Then how to follow? Because they are not going to accept any guru. We have not seen
Так можем ли мы действительно следовать им? Ответ заключается в том, что Лалита и Вишакха не следуют Экадаши. Но Махапрабху обучил нас на собственном примере следовать Экадаши. Но когда Махапрабху входит в лилу Рады Говинды, вы думаете, он следует там Экадаши? То есть Махапрабху пришел сюда для того, чтобы показать, как совершать баджан. Он пришел как наш учитель, как гуру. Именно поэтому он сам следовал всем правилам, следовал Экадаши. Но сахаджии в Пурушоттама Дхамме заявляют, что не надо следовать никаким Экадаши. Экадаши для тех, кто находится в обусловленном состоянии. То есть Экадаши в действительности накладывает на вас оковы, поэтому не надо им следовать. И в Пури они принимают на день Экадаши Джаганнат Махапрасад и приводят в аргумент, что Экадаши не для них. Но ведь сам Махапрабху, когда ему приносили Махапрасад, Джаганнат Махапрасад на Экадаши, он предлагал ему поклон и просил Говинду, пожалуйста, пожалуйста, сохрани этот прасад, завтра, как паран, мы примем его. Итак, кому же мы должны следовать? Гауранга Махапрабху, потому что Гауранга Махапрабху обучает нас, как следовать бхакти, мы должны следовать Махапрабху. Абсолютно каждое действие Гауранги, начиная с рождения, когда он плакал, то есть его утешали лишь, утешало, когда преданные повторяли харинам, когда он был совсем маленький. И затем все, что бы он ни являл в разные периоды своей жизни, идеал, образец для нас. Когда он являл грехастхалилу, он показывал для нас идеал супружеской жизни. Можете представить, к ним каждый день приходили саньяси на обед. Шачима и Шачимата готовили. Иногда к ним приходило даже 20 преданных. Махапрабху всех их встречал, кормил, предлагал пожертвования. Приходили нищие, их кормил Махапрабху. То есть он показывал нам, как должен жить грехастха. Даже когда он был, являл лилу ученика, он также показывал нам идеал. Когда он являл лилу учителя, также идеал. Таким образом, любое деяние Махапрабху для того, чтобы обучить нас. Сарама Бхаттачарья написал эти строки, увидев Махапрабху. Увидев шестирукую форму Махапрабху, он понял, что перед ним Гауранга, он же Рада Говинда, он же Кришна, он же Рам. Божество в храме, то есть Махапрабху. И в храме Джаганнатха есть отпечаток стопы Махапрабху, который появился, когда он стоял
получая даршан Джаганатха, он плакал, и камни плавились под его стопами. Там, в храме Джаганатха, они не позволяют, как правило, никому прикасаться, но прикасаться к этому отпечатку. Тем не менее, мне удалось это сделать. Я тканью накрыла, и таким образом у меня есть вот этот просад ткань с этого места, с отпечатком Чандана. Таким образом, Махапрабху даровал даршан Сарвам Бхатачари, и он сотни шлок, прославляющих Махапрабху, написал. По милости Махапрабху и Нитьянанды, возможно, все. Сейчас мы находимся в падшем положении. Они могут пролить на нас милость, потому что для них возможно все. Если они прольют свою милость на тигра или слона, если они делали это, если они проливали свою милость на слонов и тигров, то почему бы им не пролить милость на нас? Конечно же, они могут сделать это. Для нас главное определиться, кому мы должны следовать. Итак, Махапрабху на собственном примере учит нас, что необходимо принять гуру. Махапрабху принял гуру, Санатана Госвами принял гуру. И все они следовали строгим правилам. Они следовали Вайдья Маргу. Следовали Экадаши, Джанмаштами. Радхаштами, Вамана Двадаши, они соблюдали все титхи. Санатана Госвами описал в Хари Бхакти Виласе множество правил и регуляций о том, как следовать Шиваратри, почему мы должны делать это. Некоторые высказывались против соблюдения Шиваратри. Тем не менее, надо понимать, что в этот праздник мы поклоняемся Шиве как Сада-Шиве, а Сада-Шива — это Вишну-Татва. Соответственно, нет ничего неправильного в этом. И мой Гуру Махарадж, и Бхона Госвами Махарадж, и все, и я также служил Сада-Шиве. Служу Сада-Шиве. Также Девима я поклоняюсь, потому что на той стороне реки находится йога майя, маха майя. То есть все это наша мать. Перед вайшнавами она действует как маха майя, как йога майя, а перед материалистами как Кали, как Дурга Деви, как Махамая. Это замечательная шлока о йога майя. Почитайте перевод. О йога майя, по своей беспричинной милости, пожалуйста, убери занавесу. Убери занавес, из-за которого я не могу видеть Кришнадхаму. Убери занавес, тогда я смогу увидеть Кришну. Ты можешь сделать это очень легко. Просто
отодвинь этот занавес. Я смогу узреть Кришну. Из Веды и Пуран я слышал, как ты управляешь дживами, рожденными в этом мире. Кто же настоящая мать джив? Вы считаете матерью ту, кто родил вас, но кто родил мать, вашу мать? А кто ту мать той матери родил? Если вы дойдете до изначальных корней, вы обнаружите, что это пракрити, что это май, то есть все творение в форме семени находится в лоне, находится. В Махавишну, после того, как он бросает свой взгляд на Пракрити, через его взгляд дживы входит в лона матери. И мать дает рождение дживам как в человеческом теле, порой как различных животных, в соответствии с плодами дживы, с плодами с кармы дживы. Если мы будем пренебрегать йога майей, мы не достигнем успеха. Мы всегда должны молить ее: пожалуйста, не погружай меня в майю, спаси меня. Шанкар и Парвати таким образом являются отцом и матерью этого мира. Итак, мы заключаем, что необходимо следовать нашей Гуру Варге, и мы не можем следовать напрямую лиле Радха Говинды. Мы можем делать это через лилу Гауранги, потому что он обучает нас, как все процессы садна-бхакти. То есть необходимо дойти до достичь рага-марга, и только через него можно обрести любовь к Кришне. Но мы должны следовать процессу, не делать то, что делают сахаджии, потому что Бхагаван не простит нас за это. Вайди-марг — это постепенный ступенчатый процесс, и мы должны следовать ему. Тем не менее, это временный процесс, это не навсегда. Прабхупад объясняет, вы должны следовать Вайди-маргу, но через него вы должны войти в рага-бхаджан, обретя необходимые качества, необходимое настроение. То есть это ступенчатый процесс, и мы не должны идти по пути сахаджи, где этот процесс отсутствует. Итак, наша Гуру Варга и в том числе Прабхупад на примере своей собственной жизни учили нас, дают нам стандарт, образец поведения. Всю свою жизнь он был занят в преданном служении, он не тратил ни секунды. Итак, Вриндаван, достичь Вриндавана непросто. Представители нашей Гуру Варги непосредственно лицезрели Лалиту и Вишакху во Вриндаване. Однажды Мадхава Госвами Махарадж рассказывал Прабхупад, однажды прибыл в место под названием Радха-Нивас. Он остановился там и сказал: «Здесь дом Радхарани». На том месте был лес, но Прабхупад утверждал, что это дом Шримати Радхарани. И с тех пор это место стали называть Радха-Нивас, обитель Радхарани. Here
То есть в Радхаране было много домов, на Варшане, в том месте, потому что ее отец был царем. Итак, у Прабхупада, глаза Прабхупады были трансцендентны, соответственно, он мог видеть эти места. И впоследствии Парампашпатмада Вагасвами Махараш открыл на этом месте храм по наставлению Прабхупады. Именно в этом месте раздобыть землю там было крайне сложно. Тем не менее, он это сделал. Установили там божества Рады Говинды. Я рассказывала долгое время там Харикатху. Во Вриндаване необходимо посещать храм Йогамайи, Катияни. Сейчас я расскажу дорогу. Представьте, вспомните, где находится пункт полиции во Вриндаване. От него нужно идти напрямую до храма Катаяни. Именно там гопи возносили молитвы Катаяни, Катаяни. Получили... Даршан. Вриндаван полон священных мест, и невозможно всех их перечислить, но мы должны перечислить как минимум места, связанные с нашей Гуру Варгой. Там рядом, там находится Бажан Кутир Бонадева Госвами Махараджа. Он совершал баджан в комнате, которая в действительности находилась под землей. Он ни с кем не разговаривал и ел очень аскетично. Севак приносил рис, какую-то скромную пищу ставил, и он брал, открывал двери, брал, а все остальное время он совершал баджан. Как я уже рассказывал, во Вриндаване есть Двадаша Адитья Тила. Это место также необходимо посетить. Там, после того, как Кришна преподнес урок Кали, он вышел из холодных вод Ямуны, ему было холодно. Конечно, это была всего-навсего лила. Тем не менее, он залез на холм Двадаша Адитья Тилы. Там на камне он сидел под солнышком, даруя возможность солнцу, Богу солнца, послужить Кришне. И тогда он распространил себя в 12 солнц. То есть в каждый месяц солнце принимает определенную форму. И так 12 солнц появились на небе, стали освещать Кришну, согревать Кришну. А внизу этого холма находится Калия-даха. По сей день это место называется именно так. Там Калия-наг, там жил Калия-наг, и это озеро связано с Ямуной. Через канал озеро связано с Ямуной, и там жил Калия. Изначально он был на Раманакадвипе, то есть это остров змей. Там жили одни лишь змеи. И Калия-наг изначально был оттуда. Гаруд Бхагаван
собирал пожертвования для Гора Махараджа, То есть рассказывается лила о том, как Гаруда хотел отомстить Кали. Он гнался за Кали. Кали был вынужден покинуть этот остров. Гаруда очень быстро передвигается. Он летит со быстрее, чем скорость ума. Но есть одно место, куда не мог прилететь Гаруда. Калия Наг во Вриндаване. Калия Дан. Там совершал баджан Саубари Риши. Порой он уходил под воду, совершал его там. Порой совершал на суше. 60 тысяч лет он делал это. Однажды Гаруда в поисках пищи прилетел в место, где тот совершал баджан. Он сказал: «Не бери, то есть я запрещаю тебе брать рыбу из этого пруда. Если ты это сделаешь, я прокляну тебя». То есть он проклял его, что если ты сюда еще раз прилетишь, твои крылья отвалятся. Для Гаруды крылья крайне важны, поэтому с тех пор он никогда не прилетал в это место. И Калия знал, что Гаруда не может залетать в то место. И там он укрылся. С тех пор Калия жил в этом озере из-за яда калия. То есть он дышал и извергал тем самым яд. Все это место, все озеро было отравлено ядом. Очень сильным ядом. Настолько силен был это действие этого яда, что если птичка пролетала над озером из-за ядовитых паров, она падала замертво. Вокруг не росли деревья. Потому что если дерево, вода с озера попадет на дерево, оно сразу же засохнет. То есть все это место в округе было полностью высохшее. Одна лишь дерево кадамба осталось. Когда Кришна обнаружил, что коровы и друзья, попив воды оттуда, теперь умрут, они умерли, якобы. Он стал искать причину, в чем дело, почему, что с ними. То есть он стал разбираться. Почему умерли мои друзья и коровы? Потом он понял, что воды ядовиты, потому что там находится калия. Кришна оживил всех умерших, своих друзей, коров, забрался на вершину этого дерева кадамба, чтобы наказать калию. Мальчики-пастушки с удивлением наблюдали за действиями Кришны. С дерева он запрыгнул на головы калии. Точнее, он запрыгнул в воды озера.
сам Сакшат Бхагаван зашел в воды этого ядовитейшего озера. И все воды озера настолько всколыхнулись, то есть столько волн там образовалось, что они побеспокоили Калию. Калия, разозлившись, вышел из-под воды и начал сражение, сражаться с Кришной. Долго-долго время длилась их битва. Он обмотал тело Кришны. Обмотал с собой тело Кришны и на долгое время Кришна ушел под воды. Его друзья переживали, Браджаваси переживали за него. Мама Ишода и Нанда Баба стояли на берегу и... Мама Ишода и Нанда Баба увидели, что в этот день идет все не как обычно. Как правило, именно вот в этот день Балдаджи Махарадж не ходил с Кришной пасти коров. И из-за того, что Кришна никак не возвращался, они пошли искать его. Пошли по следам Кришны. И в конце концов они вышли на озеро Калия-Дама, Дан, и обнаружили, что Кришна борется с Калией, и Калия побеждает его. Они подумали, поэтому мы так беспокоились сегодня, столько волнений у нас было сегодня. Они, увидев, что Кришна в опасности, были готовы броситься в воды, в ядовитого озера. Но Балдаджи Махарадж остановил их, потому что он четко понимал, кто такой Кришна, и что он лишь совершает лилу. В конце концов, Кришна выбрался из-под Калия и запрыгнул ему на голову и начал танцевать. Настолько прекрасно, что собрались все полубоги. У Калии было сотни голов. На каждой из голов Кришна танцевал, исполнял классический танец, И каждый раз, когда каждое прикосновение стопы головы Калии вызывало у него огромную боль, и в конце концов изо рта Калии пошла кровь. Но тут жены Калии вышли из-под воды и с цветами, чтобы для поклонения Кришне, и взмолились: «Пожалуйста, Кришна, не убивай нашего мужа. Прости его, он змей». Естественным образом, поэтому он злится, поэтому он так ведет себя. У него змеиная природа. Так жены Калии поклонялись Кришне с длинными стотрами. Эти стотры вы можете найти в интернете. Итак, Кришна победил Калия-Нагу, и благодаря молитвам жен Кали Кришна простил его. Жены Кали кланялись лотосным стопам Кришны и оправдывали мужа: «Мы змеи, это наша природа». И сам Калия сказал: «Я часть твоего творения. Ты создал меня. Поэтому для меня естественно злиться, потому что я змей. Пожалуйста, прости меня». И Кришна простил.
хорошо, но с сегодняшнего дня возвращайся туда, откуда ты пришел, на этот змеиный остров. Но Кали сказал, как же я пойду, если я туда пойду, Гаруда меня убьет. Нет, сказал Бхагаван, он ничего тебе не сделает, потому что когда Гаруда увидит, что на твоей голове отпечатки моих стоп, он не причинит тебе никакого зла. Спокойно отправляйся на свой остров. Итак, Кали, забрав своих жен и детей, пошел во свояси. Вы когда-нибудь видели змей? Вы можете обнаружить у них на головах два отпечатка стопы, как будто два отпечатка стопы, стоп Кришны. Обратите внимание. Итак, Калианаг получил наказание, и мы должны посещать это место. Рядом находится Брама-кунда, где Брама совершал баджан. Она находится около храма Ранганатха. Здесь Ранганат-мандир, а если пойти по короткому пути, можно выйти к Гапешвару. И как раз там находится Брама-кунда. И Биламангал Такур также совершал там баджан. И Брама-кунды, на Брама-кунде отыскали Вриндадеви. Итак, Вриндаван состоит из священных мест. Очень много особых, очень много значимых для нас мест. К примеру, на Имлитале Махапрабху ежедневно воспевал святые имена. Это очень значимое место. На Имлитале Кришна вместе с Гопи отдыхали. Однажды Кришна спал и упал на землю. Он спал под деревом. Не совсем поняла. Радхарани сказал, что с этого дня не будет расти никаких таких высоких деревьев во Вриндаване, которые с которых падают, может что-то упасть. С сегодняшнего дня во Вриндаване будет расти деревья, с которых может упасть Кришна. Эта шлока обладает внутренним значением, скрытым значением, и когда-нибудь я расскажу о нем.